Ну и легко, потому что я всех разъебывать буду сейчас. Смотрите. Сейчас одну получит, прикинь. Да нихуя, бля, смотрите. Есть? Да, есть, слышь, я был. Да, блядь, подожди, я сейчас спрашивал, блядь. Ты хули съебался, блядь? Не использовал. Выкидывайте, выкидывайте, нахуй. Я вас тоже буду душить, сука. Вы меня слышите, нахуй. Я вас тоже буду душить. Похуй, я никого не слушаю, мне похуй на всех. Я вас не слушаю, нахуй. Ваша рубрика конченая, нахуй. Всем салам алейкум, это квартира 36, и у нас сегодня новая рубрика, рубрика, которую вы просили, это... Ну, мы ее назвали «В чем мама родила?». В общем, идея такая, что в чем в загрузке игры мы будем стоять, знаете, начальная загрузка, там 5 человек стоит, в том мы будем играть всю игру. Сегодня с нами Кин Дзадза, Кин 83185, Влад А7, он находится у себя где-то далеко, не буду... На районе. На районе. У нас Фич... Мощный, сочный бургер, да, и калыч сократился. Даур с ножом, я с калашом под... У меня дигл был. Даур с ножом же был. Че пиздишь, что дигл был? СГ был. Че? Я не помню, я не обратил внимания, потому что эти вдвоем угорали сидели. У меня СГ. Коврах сел. Ты с ножом пошел? Короче, ну, да, Даура, чем, нож... чем еще, тебя... мне, бля, всю игру с ножом тебе буду двигаться. Пацаны, запомните, пожалуйста, калыч юнпик, я калаш, Даур нож. Фич, долберет и кинг. Я с боком не могу. Зачем ты армор? Не-не-не. Мы только что армор зачем купил? Бля, на автомате. У тебя береты, Фич, ты с беретами всю игру играешь. Да, я понял. Эй! Бля, я не знаю, как буду всю игру играть с этим. С ножом. Тихо-тихо. Бля, надо на калаш на фармить. У меня дуэл береты, нормально. Дуэл береты у тебя. Дуэл берет. Нам надо раунды выигрывать. А у меня тоже нету беретов. А без гранат играли мы с гранатами? Гранатами? Со всеми? С гранатами, да. Да в пизду, блин! Фиш, ну у тебя надо киллы давать, давай. Ой, на миду давай. Да, блядь. Да, бля, в ковры пожал, блядь. Я нашел себе позицию. Бля, он в упоре вышел. Я тоже докин был? Нет, я в другую сторону смотрел. Чё это? Чё это? Резус. Чё вы заходите? А вот теперь я возвращаюсь в игру. Даур, давай, береты. У меня не хватает денег. Нет, у меня нет берет. Продай флешку. Нету берет. У меня есть берет, я сейчас следующий раунд бега скину. У тебя калаш? Вот. Да. Бля, схуяли у тебя калаш? Бля. Убил одну. На хелпу смог дали? Дал. Сейчас я буду расчекивать. Я могу смог КТ дать после. Не знаю. Темники. Видели как? Профессионал. У меня баланс чист. Он тут, он цирк. Все, Влад, на тебя надежда. Хорош. Хорош, блядь. Эйсно. Мужчина, блядь. Кин, дай береты, пожалуйста. Конечно, на, братишка, когда тебе там стволы не давал? На, уверенно двигайся. Алло, пацан, на ноже, пойдем передо мной бегать, будешь прицел отводить. Не, нихуя. Я буду крысить, пацаны. Я не тот нож, который вы думаете, который будет вам байтить. Не, Адр, Адр, у тебя сейчас, у тебя рубрика, помнишь, когда мы с гранатами надо было выиграть, и все. Ты эту рубрику сейчас играешь. А я могу Зевса убивать? Да, кстати. Мне кажется, можно. Ну, Зевс же, это же не оружие. Даур, на вторую флешку возьми, слышишь? Дашь открывашку просто, и все. Открывашку и в КТ докинешь от фонтана. Кинь, забегать я буду. Да, я на хлопу буду кидать. Готов? Давай, Даур, флешку сначала. Дал. Фонтан, блядь, до тремя нахуй. Бля, он меня убивает, по тебе стрелял. Все, я на раунды играю, пацаны. Все нормально. Хорош. Он топит, руины топит. Руины топит. Хорошо. Обидно. Опять береты просить надо. Дай берет еще. Конечно, вообще не переживаю. Это же сдача всего лишь 30 тенге, на. Зато экономика хорошая будет у нас всегда. Вы же можете мне СГ скидывать, правильно? На халпе савупа, возьми мой СГ. Засейв. Атор, может что-нибудь сделать? Да ну нах. Аааа, Зевс надо было похуй. Да я не знаю, мне может Зевса или нет, я не знаю, можно, блядь. Можно, пусть. Нет, ты можешь покупать его, но использовать нельзя. Блин, там похуй я, блядь, буду бегать нахуй теперь, врываться. Что мне еще делать? Мне больше нечего делать, пацаны, я вообще не знаю, что делать. Здесь хуй куда пройду я. Все, я зарейджил. Мне похуй, я никого не слушаю, мне похуй на всех. Я вас не слушаю нахуй. Ваша рубрика конченая, нахуй, и вы, блядь, со своими конченными рубриками, нахуй, хотите, чтобы я, блядь, кого-то зарезал, нахуй? На миду ерпи.
Даурок, надо было ножки дать Даурок. Да, мне похуй. Да ё-моё, блин, в коврах чел. Мне нужно покурить. Дай сюда Айкос. Калыч. Эй, кто там пришёл? Хорош. Вырал. Хорош! Хорошо! Хорош наш дом. Я, короче, Зевсом буду убивать, похуй мне. Факин нубские рубрики, блядь. Я, блядь, не привык не убивать, нахуй. А прикинь, опять нож выдаст. Не, если Дигл будет, мне кажется, Даур доволен будет, пиздец. Надо какую-то хуйню замутить. Хорош! Я вот за него закон. Он на мне, блядь, тупый! Ну хотя ладно, похуй, примерка. Помогу, дай мне, Нихуя. Вы совершили ошибку. Только что. Я сожрал, ёпт, твою мать. У тебя бомба, Даур. Блять, сука! Почему так мало флешек, пацаны, вы бесполезные? Классно бы. Хорошкин. Даур, чё по фрагам вообще? У меня сокер, сука, Калыча. Бля, у меня ещё ранг с 3, 20 тысяч. Против нас задроты попались. Я в шоке, у нас здесь такие нубы, что Влад с 13 тысяч на первом месте, бля. Тебе это явно не нравится, да? Я даже не могу, сука, по колоколам стрелять, нахуй. Музыку делать какую-то. Брат, скажи, куда ты хочешь стрелять? А ты с глоком не можешь играть. Кстати, вы с глоками не можете играть. Не использовал. Выкидывайте, выкидывайте, нахуй. Я вас тоже буду душить, сука. Вы меня слышите, нахуй. Я вас тоже буду душить. Ладно, смотрите, если Даур с ножом, но может еще с зипсом быть. Тогда я могу с беретами и с зипсом играть. Немного ли привилегий тебе? Вы так берет у тебя, хорош слышь? Блядь, ты, блядь, радуйся, что у тебя берет есть, слышишь? Вышел на меня, блядь! На меня вышел просто! Ничем помочь, ничем, ничем помочь не могу. Я ничем помочь не могу, брат. Я бы тебя разменял. Есть здесь флешки? Да, он не белый, сука. Руи, порвался. Лонг! Все. Халпу, чё не смотрел с ножом, блядь? Мне ничего не говорите, нахуй. Я никого не прикрываю, ничего не делаю. Я максимум гранат накинуть. Давай, тащи, тащи. Давай, клатч, ор кик. Я сделал вот так сначала. А мне куда идти? Ты должен идти вместе с ним в первый врываться, он тебя разменивает. А мне делать нехуй, бля, что ли, блядь? Пошел. Не, вообще это идеально, чтобы все было. Блядь, я себе купил АК нечаянно, уйдите, уйди, я не могу закупиться. Я белый. Просто надо выжить. Мог лежать на лонге. Лонг только. Я в малых буду. А я здесь справа, справа. Ой, я что делаю? Не могу стрелять его, хорош, убил, спасибо. А второй шорт заходит. Второй шорт заходит. Шорт смотрит. Блять, ты меня продал, да? Калыч, пи... Почему ты двоих убил, блядь, с ножа, блядь, а я никого не смог убить? По идее, вообще легко, мне кажется, нет? Хочешь поменяться? Да. Хочешь на один раунд поменяться? Давай. Давай. Давайте с ножом. Один раунд. Почувствуй, почувствуй один раунд. Да. Ну тебе будет со мной легко, потому что я всех разъебываю буду сейчас. Смотрите. Сейчас одну получит, прикинь. Да нихуя, блядь, смотрите. Давай. Зевса же могу, правильно? Кто живой? Да. Передо мной сел, нас обоих отпиздили. Хорошки. Бля, как это получается, это я не понимаю. Кин слишком хитрый для этого. Это вообще идеально для меня. Да, ну... Фич, подожди, я сейчас это, найду его, слышь? Я скажу, где он. Вон он у меня стоит. Пойдем. Откачили. Спасибо этим ребятам, что благодаря им мы попали на закрытую совку HL TV награждение, и мы оказались здесь и лицезрели все, что происходит здесь. Если вы хотите получать больше информации, проходите по ссылке. Подписывайтесь на социальные сети. Подписывайтесь на социальные сети и будьте в курсе всех дел. Накидайте, пожалуйста, гранат побольше от Гетрайта. Да, от Гетрайта, от Гетрайта, бля. Я дам от Гетрайта, бля. Пацан наркодом убил меня, блядь. Ради 6 флешек, блядь. Да пошел ты нахуй. Пацан, кто делает? Двоих! Бля, как будто это смог нужен был. О, смог есть и эмолик. Слева флешка, хорош. Бля, Даур, это будет гениальный клад.
Добро пришел! Ну на малых делал, что он там делал на малых, блять? Если честно, я начал думал, что ты под себя смог кинешь, там и останешься с зипсом, с флешками, с ножом. Но он, я думал, что он на бэге, ты понял? Это долго будет идти, все рассеется. Это сложный матч был. Надо почекать результаты. Влад, подай, пожалуйста, ноут. Это же не твой ноут. В смысле, не мой? Это что, новый нож, что ли? Да, это же новый Lenovo Legion 9i на базе процессора Intel Core i9. Нифига себе. Да мне кажется, тот же. А, не, он карбоновый какой-то. Да. Ладно. Но все равно дай его убить. Надо. Да, он с М-кой. Бля, у меня петух. У меня что, у меня помада. Я не понимаю, я не вижу. У тебя дигл. Блядь, ни у кого. У меня тридцатка, у меня тридцатка. Заходит Б, Б, Б заходит, Б заходит, Б заходит. Звук, звук Б заходит. У меня аук, пацаны. Б-90 есть у кого-то, пацаны, в бай? Не знаю. У меня ФАМАС. Дайте дигл. В смысле, сам купи себе, ты что, угораешь? Брёдов. Давай, давай, флеш, гоу, гоу, флеш, гоу, флеш на него, побежали, давай. Давай, флеш, побежали. Гоу. Да, бля, Лерой, сука, он запрыгнул. Бля, почему мы так долго думаем, пацаны, давайте быстрее. Лерой, хайдо, хайдо, хайда, не знаю, бля. Лерой, хайда, не знаю. Ебать, ты хава травил, я думал, что происходит. У тебя еще две... Я как будто разучился играть в эту игру, отвечаю. Бека вообще бесполезный в этой игре, бля. У него ствол был, дигл есть. Он красный. Хорошо, пацаны. А когда нехорошо? Конечно, кольт у меня, пацаны, вы что, угорать? Сейчас я стал, мне сейчас нехорошо стало. Я поначалу думал, бля, как мне с ножом? Потом увидел, что кин может двоих зарезать. Играя, бля, с этим, я так подумал, бля. Ну до этого момента же надо дойти же как-то, бля, до ковров. Я два раза ковры шел, мне чел два раза пушил нахуй. Да, есть слэш яму. Да, блядь, подожди, я вас кого сейчас спрашивал, блядь? Ты хули съебался, блядь? Дал флэш яму. Он у себя далеко. Он продукты продает там, блядь. Да, про что он не умеет шить. Факин нуб, ты не дал право, ты три раза лево резанул, факин нуб. Да я думал, он каленый. Плент. На малых, чел. На малых, слева, чел. Бля, мало сидит. Не натяни как будто, да? Или нет? А я не могу сейчас поубивать. Бля, я не могу сейчас поубивать! Я вспомнил, я в конце вспомнил. Могу. Пич кинь. Давайте, где М-ка? Блядь, отвратительно. М-ка моя где? У меня нету тридцатки. Ёб твою рот. Я теперь продать не могу её. Пизду вас. Шот уже пошёл. Убежал. Нет, тишина. Пиздец, у нас коммуникация пошла, пацаны, все, мы выиграем. Вообще, я яму молик кидаю, пацаны, если даем минусы, пытайтесь не аркадить, давайте выиграем. Они просто давай, ждут этот. Лерой у них читер, но мы когда читеров не выиграли, да, босс? Яме был. Мид отдал. Пич! Хорош! Хорош! В него и так. Я говорю, спрячься, Фич вообще не умеет делать контент. Окей. Есть слышка? Я белый. Я помогу. Фиш в телефоне сидит еще. Есть. Ковры? Найс. Изик. Хорош, блядь. Даур, дай петуха. Да, могу дать. Все, дали. О, все такие френдеры, все друг другу что-то скидывают, вообще не. Хорош. Найс. Я лагаю, хоть что ты даю, блядь. Пасын, свинь нахуй. Бездель нахуй. Бля, сейчас опять новое оружие будет, пацаны. Играй просто за пару, ты ноешь. Я чё, Сука, не попал! Чё? Нельзя! Бля, это шок-контент, бля. Я отлёг. Он тут, один тут, два тут. Не пикай. Он тебя с авиком смотрит. Хорош. Всё, мы въебали? Не, мы сейчас за... Не, проиграем. Мы... Так, смотрим. У кого чё, посмотрите. У него нож, блядь, у меня калаш. У меня СГНа.
тебя также нож? Адр. Даура нож. Все, брат. Я не знаю, как мы в игре. Это квартира 36, ребята. Здесь все возможно. Прекрасно. Сзади бана. Бля, не всегда же побеждать. Да, вообще прикольная тема, да. Но если когда ты с ножом появляешься, если нету, короче, нет должного суппорта, нет, тогда сложно становится играть. Типа, если бы накидывали флешки, какие-то дымы, закидки делали бы, забегал бы с ножом, что-то делать, тогда да. Или вы забегаете на плент, и я там в крышу где-то, тогда было бы проще. А когда ты играешь, у тебя в команде Фич и Калыч, и у меня было здесь и веселье, и рейдж, и, блядь, принятие, и все дела. Ну, короче... Но было весело. Самое да, было весело. Весь спектр эмоций ты прошел. Ну, вот такая вот рубрика у нас получилась. Всем спасибо, кто писал комментарии. Мы выбрали один из комментариев, который нам больше всего понравился. Это вот «В чем мама родила», мы так его назвали. И если вам понравилось, то пишите больше. Мы будем больше. Только, пожалуйста, сделайте так, чтобы... Хотя бы я бегал с диглом. Нам понравилось, мы испытали кучу спектра эмоций, но мы проиграли его, потому что у нас Бека Фич, он же киберспортсмен, до сих пор действующий игрок, все еще хочет выйти на мажор, и он играет чемпы. Но ничего страшного, я думаю, мы эту карту, давайте скажем, мы проиграли ее. Мы проиграли, но могли выиграть. Мы пытались, да. Мы могли выиграть за КТ, просто если бы у нас не тупили бы некоторые, да, он... Я с кольтом не раскрылся. И пацаны пушили, и как бы, ничего страшного, ничего страшного, это рубрика, да. Ошибка, да, я просто, я железобетонщик, я когда стою на коврах, я вижу, как мои чуваки выбегают мидл, забегают банан, я такой, а смысл, что я опорником стою, если вы не цените мою работу, я просто стал. Спасибо всем, кто смотрел, подписывайтесь на канал Квартир 36, и пишите больше рубрик, мы будем их делать. Увидимся.